Всем привет! С вами Николай Рындин. Сегодня мы пришли на винзавод. Табличка гласит, что искусство лечит. Сейчас мы посмотрим, кто кого вылечит, а кто кого покалечит. Я сегодня пришел сюда, чтобы показать вам, что такое винзавод, потому что очень многие люди не знают, что такое винзавод. Не только в Москве, но и за рубежом. Сейчас мы пойдем в какую-нибудь галерею, потом еще в какую-нибудь галерею. Люди расскажут, что они делают, что они думают. И потихоньку вроде где-то наливают напитки. Какая-то художница делает перформанс, что-то там мелками рисует. В общем, пойдем посмотрим, что там, куда, кого. Я нашел жертву уже. Вот. Сейчас жертва будет рассказывать, что она тут делает. Что ты здесь делаешь? Я пришел на выставку под давлением. Под давлением? Вот так, под давлением. Пришел как, ты оказался выставку. Под давлением? Но давление было не слишком сильное, но, кстати, выставка интересная. А почему ты ходишь на винзавод? Ну, это сложный вопрос. Ты жалом водишь тут? Думаешь, Не, любопытно, нет? Ну, любопытство живое. Ну, смотри, я знаю, что ты делаешь православные мозаики. Ну, и не только. И не только. А ты не чувствуешь, что, находясь здесь, ты пришел к сатане? Ага. Нет. Так это все на самом деле... Все сатана. Да наоборот. Все свет. Все свет. Да, все свет. Ну, сейчас зайдем в галерею, посмотрим, какой тут свет. Вот в эту? Да. Давай. Хорошо. Я, естественно, урвал стаканчик дешевого шампанского. Сейчас попробуем. Полусладкое. Посмотрим картинки, спросим у людей, что они здесь делают. Здравствуйте. А расскажите, что вы здесь делаете? А зачем это? А это для нашего канала «Артобстрел». Ага. Вы знаете, на самом деле замечательный художник. Если вы заметили, тут все очень эротично. Это такой эротичный пиросмани. И мне это очень важно для театра. Потому что, если вы знаете мое творчество, там очень много пикантного всего. До свидания. А можете представиться, чтобы мы в титры вставили? Режиссер, народный артист России Андрей Житинкин. Классно, спасибо. Я его не знаю, кто это. Напишите в комментарии, что вы об этом думаете, о нем. Я выставки. Здрасте. А расскажите про выставку, ваши впечатления. Гениально. Все понравилось. Очень красиво и концептуально. Очень интересно, правда. А вы художницы, художники или зрители? Я художник. Художник то же самое. Почему вы ходите на винзавод? Ну как, здесь постоянно новые идеи, новые люди, новые лица. Это все очень интересно. Новые, не знаю, послания от художников, новые месседжи. Вы что скажете? Я солидарна абсолютно вот с этой девушкой. А что-нибудь свое? Я прихожу всегда вдохновляться, видеть разных интересных людей. В таких. Нет, вот. Она это уже сказала. Да, а у меня то же самое. Вы же художники, вы должны отличаться чем-то? Мы смотрим работы, которые в духе времени, какие-то актуальные проблемы там вот с полицией, с коронавирусом. А вы были на выставке «Осень Пахана»? Да. Как вам? Своеобразно. А честно? Здравствуйте. Здравствуйте, Авдей. Здравствуйте. А можете для нашего YouTube-канала «Артобстрел» рассказать про винзавод и про эту выставку? Я слежу за этим художником. И вот... Пристально? Ну так, нет, не пристально. Но Из-подваль. Фейсбук очень плохо представляет современное искусство. Вообще Фейсбук как бы, да, не позволяет следить, потому что... Потому что это англосаксы. Да. Вот, поэтому я не могу сказать, что я хорошо знаю, но вот первое впечатление очень позитивное у меня. А вообще, как вам территория винзавода? Зачем он в Москве? Ну, я не могу ответить. Ну, мне кажется, художественная площадка, они вообще нужны и все такое. Но чем она отличается, помимо других художественных площадок, как вы думаете? Ой, я не могу, я плохо знаю сейчас. Я так недавно в Москве, и многие площадки я даже там и не был ни разу, и поэтому... И слава богу. Ну, я вот был посетил выставку, которую делала Света Баскова, вот, мне тоже очень понравилось, там, рисунки, вот, и это вот мы только ваши. Академические? Нет, там самые разные, от Злотникова до совсем молодежи. Хорошая выставка. Ура! Видите, мы ходим на выставку, обнимаемся с людьми, которых делаем вид, что знаем. В надежде получить от них какой-нибудь билет в лучшую жизнь. Сейчас нам Светлана расскажет про выставку, на которой я еще не был. Что мне там ждать?
Нет, вообще отвратительно, что ты не был на выставке и хочешь со мной разговаривать. А я только пришел, я вот хотел как бы пролог такой услышать от вас. Ну, вообще-то абсолютно непрофессионально. Я считаю, что, конечно, в первую очередь надо погрузиться в искусство и потом об этом поговорить. Я хочу, чтобы вы мне дали как бы ту настройку, с которой мне нужно приходить туда и смотреть. Хорошо, я соглашусь с тобой. Выкрутился. Есть такой момент и есть такая настройка на самом деле. Настройка заключается в следующем, что эта выставка сделана совместно куратор и критик. Мне кажется, что не должен человек писать на тему, да, пригласили написать статью, да, на какой-то или текст на выставку. А когда ты начинаешь с самого начала работать с критиком, рассказываешь свои идеи, рассказываешь про художника, показываешь разные работы, рассказываешь про развитие каждого художника, ну, в данном случае, групповая выставка, то получается очень интересно. Мы вместе с Егором Сафроновым, который является критиком, и с которым вместе мы делали эту выставку, в том смысле, что он написал прекрасный текст, который там лежит, можно взять, и я советую прочесть, и там написано очень хорошо про каждого художника. И мы вместе придумали название, мы были в диалоге, и работы, которые там находятся, они тоже в диалоге. Ну, и это, в общем-то, политическая выставка в каком-то смысле, ну, в прямом смысле этого слова. Долго вы ее делали? Ну, думала я долго. Сколько? Ну, уже лет 10. Нормально. Вот, друзья, 10 лет надо выставку делать. Ну, а как вы думаете, просто взять и сделать выставку, ну, это не... Картинки повесить, да, там шампанского налить и все. Ну, просто за это время у тебя появляется какой-то опыт, твои мысли формируются определенным образом, и ты тогда можешь сделать какое-то высказывание, которое тебе не стыдно показать и которое наношенное. Внутри каждых работ есть тоже некоторое соединение, продолжение разговора. То есть вся выставка, она, в принципе, построена на диалоге тоже определенном. Внутри самих работ, произведений и, соответственно, гражданской позиции, политической позиции самих художников. Пока-пока. До свидания. Ну, теперь мы посмотрим выставку. Светлана нам сказала, как нам надо смотреть. И теперь мы будем смотреть, как надо. Я чувствую диалог художников. Сейчас мы тинейджеров спросим, что они думают про эту выставку, насколько они вникли в нее. Там разговоры про самоорганизацию, это очень важно. А можно вас спросить про выставку, как вам она и как картинки? Там? Мы очень символично встали напротив работы нашего преподавателя. Вашего вождя, бога и учителя. Именно так. А вы учитесь в базе? В базе, да, мы все. Вы все? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, давайте, ребят, вы что? Надо же пятерки получать. А у нас нет оценок. Ну, они эфемерные, они такие, как бы, вот. Вы же читаете современную философию какую-нибудь, вы же знаете, что это все... Читаем, да, мы самоорганизовываемся в ридинг-группы. Лизинг-группа? Ридинг-группа. А что это значит? Ну, мы читаем что-нибудь и обсуждаем потом. Как вам работы Толика? Ну, чудесно. Правда, я их еще увидел некоторое время назад, поэтому я не думал, что именно их сейчас увижу. А как вам кажется, если бы мы не знали про то, что эта выставка называется «Под давлением», она бы сошла за просто выставку классных абстракций карандашом? Ну, кураторский текст всегда лучше читать, поэтому если не читать кураторский текст, можно очень сильно... Короче, нужна тоже некоторая подготовка, и должен быть подготовлен не только художник, но и зритель. А вы читали кураторский текст? В процессе, да. Ладно, пойдем отсюда. Это галерея In Art. Тут есть пара людей. Сейчас мы спросим, кто они, чем они занимаются и зачем они сюда пришли. Смотри, какие ляжки. Какие-то старые люди. Немножко политизированного искусства. Опять ляжки.
Там они, видимо, общаются с клиентами, которые, может быть, купят что-нибудь, а может быть и не купят. Рыбы, тёлка, рыбы, руки негра. Что еще? Виктор Скерсис. Мы хотим, чтобы вы нам сказали про свою галерею, про художников, про все. Ну, мне не очень хочется сейчас. Ну, чуть-чуть. Ну, а кто про вас расскажет? Про вас же никто не знает. А вы же босс. Я босс. Нам надо с боссом. Я останусь в тени сегодня. А босс, а можете представиться, чтобы мы титры показали? Ксения Подоницына. Я представляю Марию, да. Нам, которая проведет по выставке, которую Маша курировала. Я была куратором этой выставки. А сейчас не куратор? Ну, в смысле, она уже открыта у нас давно, не сегодня, поэтому я ее курировала. Мы вообще не просто галерея, у которой там 10-12 художников, мы база современного искусства. В нашей базе более 1500 художников. Yeah. Они все профессиональные, у них есть там или выставки, или образование, или еще что-то. А диплом Суриковского есть у них? Ну, конечно, у кого-то есть диплом базы, у кого-то еще чего-то. Я собрала живописные работы, которые, с одной стороны, такие яркие, привлекательные и кажутся вроде бы как бы такими понятными, но, с другой стороны, если приглядеться поближе, то они все довольно специфические и такие, ну, как бы... Со смыслом. Да. Что-то купили, что-то мы решили просто обновить, потому что, например, были снежинки тоже Виктора Скерсиса, но мы решили, что лето надо вот лимончики повесить. Руслан Салапин. А почему он Скерсис? Это типа как скепсис, только буквы «Р» почитается по-русски, поэтому Скерсис. Я думаю, что это просто его фамилия. Это фамилия его? Да. Биологическая фамилия? Биологического отца. Волк является частью инсталляции, которая называлась «В раю все просто». В общем, это было несколько, много-много работ. Например, слово «волк» обозначало букву «В». Дальше там рыбки были, они обозначали букву «Р», и таким образом несколько серий работ составляло собой вот такую вот анаграмму, да, это, кажется, называется, я забыла. Ну, в общем, по-моему, высказывание, да. Какое-то. Ну, он такой... Алфавит для грамотных. Ну да, для тех, кто шарит. Для своих, то есть. А как вы думаете, почему Кирилл кто везде? Потому что он классный. А чем, на ваш взгляд, он классный? Почему от него все прутся? Потому что здесь такое двойное заигрывание. С одной стороны, он вроде бы не такой, как все, но с другой стороны, вроде как понятный. Ну, такой немножко, да. Ну... Как вы думаете, это у него образ или он, правда, особенный? Я думаю, это не имеет значения, образ это или он особенный. Это его высказывание в первую очередь, поэтому как бы... Даже если это роль, это как бы какая-то... Почему нет? А Читак? Валерий Читак тоже очень талантливый. Тоже классный. А кто вам больше нравится? Чье творчество вам больше нравится? Мне больше нравится Дмитрий Лещенко. Ну, просто это мой муж, поэтому, конечно, мне нравится больше всего его работа. Мы загуглим вашего мужа. Привет. Хай. Она по-русски говорит? Отлично. Расскажи, что ты делаешь. Я делаю сад. Это невидимый сад. Здесь есть метки, в которых есть скульптуры в этом невидимом саду. О, прикольно. Тебя заставили это сделать или ты сама? Здесь есть открытая студия винзавода. А, ты из открытых студий? Да. Нам сказали во время карантина... Делайте все, что угодно, но чтобы 7 числа все было классно. Нам нужно что-то для открытия, любые идеи. Прошел месяц, и мы решили открыть вместе с посетителями. И вот сейчас куча посетителей. Я поняла, что для этого нужно использовать людей в своих целях. Придумала такую штуку, что... антиоптимизировать их пути. Антиоптимизировать? Антиоптимизировать. То есть поставить на их путях какие-то острова, которые они должны будут обойти. Вот. Но все люди разные. Некоторые обходят, а некоторые нарушают границы. Кто-то черный, кто-то белый. И сам перформанс, он длится всего лишь один день. И в этот день было все. Здесь было супер жарко, здесь было супер ветрено. Дождь. Здесь было супер дождливо. И все разнеслось по территории. Все было в огромном, знаете, вихре этих белых. Я думаю, дворники не в восторге. Мы с ними договорились. А, нормально? Да. Потихонечку там. Бесплатно. Бесплатно? Нормально. Художники умеют договариваться с людьми просто. Нет, с рабочими. Я сама все буду смывать. Мыть мылом? Если что. Драить асфальт. Ну, я тебе желаю потом совместку с покрасом. Блин, ну,
Нет, или это зашквар? Рубрика «Покрас лампас». Он занимается совсем другим. Он делает иероглифы. Он, мне кажется, ему интересно именно с языком, с знаками ему работать. Интересно с языком, да. Пойдем поговорим, пообщаемся. Пойдем. Ты читал этот текст? Ну, еще нет. Вот сейчас прочту. Так, Пахом, отлично. Ага. Все, сразу настройка проведена. Да. Прокомментируй. Великолепное произведение, я считаю. Очень экспрессивное. Ты ерничаешь? Нет, я искренне восхищаюсь, мне нравится. Ты искренне восхищаешься? Да. Тут послабее работка, да? Ну, тут, да, более такая. Очень такая скромная, да. Такая сжатая немножко. Да, она такая рафинированная, она эстетская. Задротская. Да, вот здесь больше высказывания. Да. Интересно, что хотел сказать художник? Ты обоих авторов знаешь вообще? Знакомы с их творчеством? Да, более-менее, да. Ну вот Пахом, я так понимаю, внизу, Олимпиев наверху. Ну, смотря с какого ракурса посмотреть. Понравилась тебе выставка? Да, безусловно. Ты лгешь. Ну, серьезно, мне все нравится. Мне вообще нравится, что... Ты обходишь острые углы. Что-то происходит, понимаешь? Мне нравится, что вообще искусство, оно движется как-то, случается, что художники ищут, художники действуют. Ну давай, по чесноку, что ты боишься? Тебе же нечего бояться. Арт-обстрел ничего... — независимая площадка. Я знаю, но мне правда нравится. Тебе просто хочется здесь выставляться, поэтому ты как бы аккуратнее. Я выбрала для себя тактику демократичности. Как считаешь, если человек выставляется на заводе, это вершина вообще достижений? Ну, в той или иной степени. Ну смотри, ты выставлялась на заводе здесь. Не будем говорить галерею, ты здесь выставлялась. Мы как бы знаем. Ну, что тебе это дало, помимо денег, если они вообще были? Ну вот, кстати, денег не дало. Ну хорошо, кроме них. Ну, вообще, ощущение вовлеченности, какое-то ощущение сопричастности, актуализация собственного искусства. Но ты ничего не продала? Нет. А как ты думаешь, может быть одно без другого? Ну, оно не то, что может, оно так и есть. Продажи, выставки — это немножечко разные, наверное. Такие все-таки разные? Ну... Скажем так, продажа, она может случиться, может нет, но это немножко такая стихийная история. Ну а чем отличается выставка на заводе от той же самой выставки, не знаю, в ЦДХ или в Союзе художников? Ну, прежде то есть всего, там тоже можно выставиться, как бы попить шампанского, почувствовать себя тоже как бы типа вот, я выставился, все нормально. Но тут все-таки некоторая статусность, она есть. Все-таки есть, да? Есть. От этого никуда не деться. Союз художников надо поработать немножко, да? Союзу надо немножко ремодернизироваться. Ремодернизироваться. Ремодернизироваться, да. Ремодернизироваться. Да, да, да. Тут, кстати, недавно открылась типография, в которую могут прийти художники, распечатать свою графику и продавать. Сейчас мы спросим, как им на новом месте, что они делают и какие у них услуги. Меня зовут Евгения Бонневер, я печатник, художник и один из участников этого проекта «Союз Печать». Что это за проект? Нас здесь четверо, четыре коллектива, которые занимаются разными издательскими программами. Вот это «Послезавтра», это «Шелкуха», «Зин Айленд», это... Риза издания, потом здесь Спутник Кэт, они больше про комиксы, и ребята Эшпринт, это, собственно, тоже ризография, которая находится за стенкой. Вот, можно туда. Круто, может, пообщаемся с ними? Давайте. Спутник Кэт is a comics publisher. We're publishing Russian artists, international artists, like Эшпринт. We print on the Risograph, doing like small amounts, maybe like 400-500 copies. Although we're based in Moscow. We're published in English because mainly we're traveling. We're going to Europe, going to festivals. Вопрос, why? Why? Зачем? Because I'm really interested in visual storytelling. There wasn't really much of a history of comics in Russia in the 20th century, and so it's like a blank canvas, really. It's like to, and it's an area where a lot of the most exciting
illustration and art is coming through internationally. So it's something that we want to develop here and get more people. There's lots of great artists and illustrators, but we want them to tell stories. Винзавод is cool place? So far? Yes, yes. I mean, it's good. It's А вы чем занимаетесь? А мы типографии Эшпринт. У нас тоже ризографы. У нас немножечко другая концепция, чем у Спутниката. Нам пишут художники с просьбой напечатать, допустим, их плакаты, их зины. И мы, собственно, это с огромным удовольствием делаем. А вы не боитесь конкуренции? Вас тут четверо? Конечно же нет, потому что мы содружество, и мы все работаем ради одной цели. Как бы. Искусство! Ну... Печать. Печать искусства. Да. Я часть общего проекта Zin Island. У меня магазин зинов. А расскажите, что такое зин для наших зрителей? Зин – это малотиражное, любительское в основном, да, издание, которое, ну, издается тиражом не больше, там, 100 штук. И очень важно, что автор имеет полный, как бы, контроль над этим произведением. То есть это авторский зин. Очень-очень... простая штука, которая как бы доступна каждому, да, DIY-культура. С купыми средствами. Абсолютно с купыми средствами. И самое классное, это когда человек, ну, художник правильно пользуется этим средством. Наша задача общая, да, как пространство, как объединение, это инициация издательских проектов. Это очень важно, потому что у нас есть галерея, у нас есть типография, у нас есть возможность издавать, и мы планируем получить некую грантовую поддержку, в том числе и приглашать художников сотрудничать с нами, издавать, делать новые проекты, и чтобы, ну, становилось все больше и больше людей, которые хотят печатать и издавать книги, принты и вот, ну, подобные штуки. Ну, мы ссылочки, конечно же, оставим в описании на все это дело. Да, спасибо. А, поможем, чем сможем, как говорится. Короче, мы сейчас пойдем в Open Studios. Там студенты, художники что-то делают, платят за это деньги и думают, что они как бы будут в тусовке. Упс. Я надеюсь, меня простят художники. Здравствуй. Как дела? Нормально. Это тот Рома самый Казус. Человек. Да, это Рома Казус. Он сейчас нам покажет свои... рисунки. Ну, это не мои. Это я в интернете купил. Давай, рассказывай, показывай. Да. Как говорится. Что тут новенького у тебя? У меня что здесь новенького? Я работаю с какими-то изображениями из интернета, с видеотрансляцией, с всяких сервисов, из новостных лент. Здесь у меня проект работ на камеру, где я пишу фрагменты трансляции вебкам-моделей. Зачем тебе открытые студии? Вот ты, у тебя уже есть свой определенный стиль, определенная идея. Зачем ты сюда пришел? Тебе денег жалко? Точнее, не жалко. Денег мне всегда жалко. И зачем ты тогда заплатил за обучение здесь? Ну, это же не обучение, это как резидентская программа. И как ты думаешь, что тебе это даст после 5 месяцев? Надеюсь, что-нибудь додаст. Ну, ты на что-то рассчитываешь, или ты так просто, ну, типа, может быть, как-то, что-то? Я не знаю, я отбросил все надежды. Там как пойдет, знаешь, как получится. Ну, как думаешь, ты интегрируешься в тусовку, тебя начнут выставлять, покупать? В тусовку-то я вроде интегрирован, знаешь, ну, что-то... Ты уверен? Давай, что у тебя новенького? Слушай, ну здесь вот пандемия, собственно, это же всем известная наша великая ситуация, да. Такой оригинальный. Вот, кстати, вот эта тема очень важна, типа, ну, сложно на такую хайповую тему сделать какую-то работу, которая бы была, что-то несла по-другому. Не нарисовать, да? Маску там. Там, да, 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 причем я нарисовал обязательно маску, это был первый мой такой жест, а потом я понял, что, ну, это как бы поверхностно, да, это такая вещь, которая, ну... На потребу зрителя. А что-то интересное, более сложное придумать. И я собрал здесь газеты, которые мне приносил газетчик. Я их никогда не читал раньше. А сейчас стал единственный способ, как бы аналоговый вообще получения информации. То есть, если у тебя нет интернета, если у тебя нет телевизора, то ты как бы информацию извне получаешь из газет. Волонтеры, как уйти, да? Как уйти из волонтеров? Это же очень живо. Или как готовить гречку? Вот, рецепт гречки. И тут очень, очень, очень интересные вещи, которые абсурдные.
фигурные. Зачем ты тогда фигуру сделал, если важна информация вот эта? Может, фигура и не нужна была? Не-не, фигура, конечно, важна. Зачем? Потому что здесь сразу понятно, что это как бы пропитка человека. То есть это информационный шум. Попробуй идею этой работы высказать в одном предложении. А то ты очень много сказал, а попробуй в одном. Слабо? Эта работа посвящена влиянию медиа в моменты ярких социальных явлений, которые на нас оказывают влияние. Влияние и социальные явления. Все, ладно, зачет. Я не повторился. У тебя правда фамилия Гудвин или это просто прозвище? Это, короче, в сказке был Гудвин. Это я помню. Я решил, что это классная фамилия. А почему не Орфин Джуз? Ну, как-то Гудвин звучит классно. Просто очень все тупо. Звучит классно, почему бы нет? Что это за тенденция все там? Рома Казус, Миша Гудвин. Зачем? Миша Мост, вот это. Кирилл Кто? Ну, слушай... Это можно бесконечно продолжать. Мне кажется, фамилию сложнее запомнить, чем что-то такое, знаешь, более нарицательное. Генри Форд. Артемий Лебедев. Ну... Владимир Путин. Это исключительно. Зюганов. Ну это... Если бы я был политиком, я бы оставил. А какая у тебя фамилия настоящая? Расскажешь нам? Да, тайна. Кузьменко. Так... Слушай, ну... Вот так, мне кажется, слишком скучно. Расскажи про свое искусство. Да, это очень все просто. Да. Ну, в общем... Простыми словами только. Я совмещаю два таких образа. Эстетику, связанную с цифровой средой, типа диджитал, там всякие яркие градиенты, как здесь, и там элементы интерфейса, да, и уличную эстетику. Конкретно какие-то объекты, которые я нахожу на улице. Это может быть арматура, это может быть гранитная облицовка, еще какая-нибудь херня, которая просто отражает наши русские улицы. И получается, что вот это вот как бы эфемерное диджитальное, оно находит материальное воплощение, совмещается с нашей русской улицей, и получается как бы объект. Зачем ты пришел в открытые студии? Ты же уже там, ты в базе, по-моему, уже отучился, и выставка там-то, выставка сям-то. Зачем тебе? Слушай, я не отучился еще в базе, я вообще выиграл грант на обучение в базе, и поэтому я переехал в Москву вообще. Так бы я был в Воронеже. И ты воронежский пацан? Да, я воронежский пацан, а в Воронеже современное искусство... Эхэхэй. Я отправил письмо сюда, и мне сказали: «Вау, ты принят, классно». И мне следующее письмо приходит, но на коммерческой основе. Черт, нужно ли мне это? Платить ли мне бабки за это или отказаться? И я понял, что мне жалко будет просрать, грубо говоря, какой-то момент жизни, который бы мог мне сыграть чем-то интересным, какими-то знакомствами, каким-то движухой. И я изначально думал, что в студиях будет куча народу, ну, в смысле, посетителей, и ты даже не поработаешь, тебя все будут отвлекать. А потом понял, что винзавод нахрен никому не нужен. Да, точно. Именно. И вообще можно... Расслабиться и работать. Общаться с коллегами, все очень приятные. Расскажи, что у тебя здесь? У меня живопись. Масло? Акрил. Ну, вообще, маслом я тоже работаю. Ну, что это? Что ты хочешь сказать своим искусством? Ну, конкретно это серия про... Про старух. Это моя бабушка. Про твою бабушку, хорошо. Почему ты выбрала свой медиа, акрил, там, холст, вот это все, old school? Ну... Не знаю. Блин, просто... Хорошая мысль. Закрепи. Да, да, да. А зачем ты пришла в открытые студии? Нет, ну что, открытые мастерские, это открытые студии, это классное место. У нас классный тьютор, у нас классные коллеги-художники, вот Рома классный, в частности. Все который остальные... Казус, да? Который Казус. Меня все молодцы, все хорошо, все здорово. Всем спасибо. Почему все его называют тьютор? Нет нормального слова? Он сам себя так называет. А, он просто самоназванный. Ему... Самозванец. Да, самопровозглашенный. А вас чему-то учат, тут дают какую-то полезную информацию помимо площади? Собственным примером и ценными гуру-наставлениями. То есть он приходит и говорит: делайте как я? Нет, он так не говорит, но это считывается. Смотри, у тебя картинки по фотке, да? Это специально или это с натуры? Я, конечно, понимаю, что живопись – это прошлый век, но живопись с натуры – это совсем зашквар. Я повторяю за Лейпцигской школы, я только по фотке. Хорошо. Вот у меня, например, серия тиндерменов. Я делаю по фоткам мужчин из тиндера большую серию. Там просто такие фотки, что их просто нельзя не использовать для живописи. Они как будто были сняты для этого. Даже несмотря на то, как они выглядят, они на моих холстах выглядят лучше, чем они были в тиндере. То есть я как бы
несу светлое из темного. Из Тиндера. Ты собираешься зарабатывать своим искусством? Я уже. Вот я буквально только что продала за 500 рублей коллекционеру свою палитру. За пятихатку? Да. Это просто мне обеспечит безбедную жизнь до конца недели. Запомните этот момент, это действительно серьезная работа. Напоминает Осмоловского раннего. Если такой, как я, приобретает работу, то это что-то значит. Автор подписал? Завидуйте все, кто не успел. Или не завидуете. Анатолий, вы меня узнали? Что? Вы меня узнали? Да, да, да. Ну тебя никак не узнать. Зачем винзавод нужен городу? А что, есть такой вопрос ставят разве? Ну да, я его вам задал. Но он, по-моему, никого не спрашивает. Это частная инициатива, вот она и сама себе существует. Ну, молодежь вот сюда приходит, видите. Для молодежи это важно, видимо, современная культура. Не то, что эти все жуткие советские выставки когда-то были. Сейчас уже, по-моему, их тоже делают ведь, да? Была большая выставка как раз этих так называемых вот твоих, из твоего поля художники, которые в союзе художников состоят. Это же вообще кранты, да? Но местами. Там просто как бы такой пафос, что войти даже в зал невозможно, на мой взгляд. Настолько стоит спертый воздух русского искусства. А чем отличается эта площадка от других площадок современного искусства? Там гараж, например. Мне кажется, она менее формализована, более неформальна и более... на расслабончике. Да, приближена к жизни. Тут в основном, ну, судя по контингенту, в основном ходят студенты художественных училищ, вузов и художники, и сочувствующие. А как сделать так, чтобы здесь было больше зрителей, которые как бы не имеют отношения к этому? И нужно ли это делать? Ну почему? Здесь было время, нулевые годы, когда стояла очередь от метро до винзавода. А что изменилось, где эта очередь? А изменилось просто все в 2014 году радикально. Произошел, как называется, свой путь, вот этот, который Путин называет, наша цивилизация какая-то, да, там специфическая. И все. Думаете, из-за этого люди перестали сюда ходить? Конечно. Абсолютно. Рухнул рынок. Даже коллекционеры, все те, которые здесь существовали в нулевые годы, они все исчезли. Все, ребят, все вы услышали. Толя Осмоловский сказал, у России свой путь, искусство нахуй никому не нужно. И все, вот так, так и живем. И потихоньку. Вот, а винзавод, ну вот винзавод. Пессимистично? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете.